18 июля авиакомпания «Ирайра» запускает 5 субсидируемых маршрутов из Иркутска в Читу и Чару в Забайкалье, а также Улан-Удэ, Таксимо и Нижний Ангарск в Бурятии. Об этом пишет «Байкал-24». В Читу и Улан-Удэ будет летать сухой «Суперджет-100», в остальные пункты можно будет добраться на Ан-24. Известно, что из Иркутска до Читы стоимость составит 5230 рублей, до Улан-Удэ – 2800. До Чары билет обойдется дороже – 7600 рублей. При службе компании уточнили, что билеты уже поступили в продажу, расписание перелетов доступно на сайте.